Если говорить, например, про офлайн покупки, как люди вообще сейчас что-то покупают в 2023 году, это называется шизофрения. То есть в том плане у человека может быть какая-то дорогая машина, но он, не знаю, заправляет машину, например, сам, бережет ее или там боится, или еще что-то, не доверяет заправщику, например. Или покупает себе какие-нибудь дорогие там часы или аксессуары, а для животного покупает какой-то no-name корм где-то в фикс-прайсе, не знаю, или там на Авито. Такое тоже бывает. Или, например, игрушки, какие-то вещи. То есть идея в том, что сейчас просто потребитель стал более избирательным и смотрит просто, где он может потратить деньги и получить лучшее качество. Ну и плюс реклама. Все это часто рекламируется, всякие маркетплейсы и так далее. И большая конкуренция, много разных товаров. Приходится выбирать, сложнее делать выбор, поэтому люди как-то выбирают, куда потратить свои деньги. Если покупают какие-то дорогие товары, например, там сумку или последний iPhone или еще что-то, в самом деле они, может, не хотят его иметь там из-за каких-то функций последний iPhone. Это как вопрос престижа. То есть люди хотят пользоваться, да, или иметь какие-то вещи, которые повышают их статус в глазах других, так сказать, там похвастаться, да, либо почувствовать какие-то эмоции, если вы там на дорогой машине. Можно не покупать, взять в аренду. Но многие, например, покупают и не задумываются. Поэтому вот желание чем-то обладать у людей очень сильное, как бы приблизиться к этому успеху, какие-то бренды, дорогие вещи. И поэтому, если вы что-то продаете, вы можете через желание создать даже такое желание у клиента купить то, чем вы торгуете, да, чтобы совершить продажу, ну и закрыть его желания и хотелки.